Да, понятно. Тогда, обращаясь к вам, человек должен предоставить документы, да, вот стандартный набор, трудовая книжка, если мужчина, военный билет, свидетельство о рождении детей, если женщина, диплом об образовании, и потом рассматриваются эти документы, да, после которых вот можно будет сделать какой-то анализ. Справки, Еще... уточняющие особые условия труда, если есть выписка индивидуального лицевого счета застрахованного лица, диплома образования.